Привет! У нас продолжается до сих пор лето. Сегодня 6 сентября. Ветерок такой прохладненький. Мы выходим с маяка. Нырять и ловить рыбку. Светит солнце. Хорошая погода. Виталик за штурвалом. Опа. Все, вот мы и пришли на остров Попова, бухта пограничная. Тут вокруг куча медуз. Сейчас мы будем среди них. Бац. Просто миллион. Просто миллион медуз. Огромное количество. Что там у тебя? Ничего полезного. Надеялись на рыбалку, наловили мидии. Но рыбалка что-то нас не порадовала. Рыбалки у нас сегодня нет. Поэтому просто будем проводить остатки лета вот так, купаясь. Остатки лета, начало осени. Да. Осень, вернее, уже началась. Есть. Есть. Все. Готов? Можно заныривать. Опа. Как в этом, да, спиной. Как в кусто? Да. Ну как водичка? Водичка такая ободряющая. Давай. О, как хорошо. Ну что там? Давай, запрыгивай тоже. Мы чуть-чуть поныряли. Чуть-чуть гребешочка подсобрали. Молодцы. Красавцы. Вода? Вода просто прелесть. Офигенная. У меня 30-ка, в следующем году сделаю у вас.
Ха-ха-ха.